только брат Андрей появился на экране, даже ничего еще не успел говорить. Брат Савелий упал на колени, начал исповедоваться. Тоже у него пошла рвота, пошло какое-то очищение. И мы, брат Андрей спросил, вы вообще не хотите приехать это самое? Я говорю, да, хотим. Когда? Я говорю, да хоть сейчас. В общем, мы быстро собрались, и на второй день вот мы приехали сюда, в этот населенный пункт, где находится брат Андрей. Я очень благодарна Богу, потому что вот эти дни, сколько мы здесь находимся, все эти три дня, оказывается, очень много всего происходило, очень много из нас всего выходило, и дух оккультизма, и вот это все освобождение, в котором мы очень нуждались, и этот дух блуда, который он жил во мне внутри, и я очень благодарна, что я получила это освобождение. Безмерно благодарна Господу за эту свободу, потому что невозможно так жить. Я хочу расти, я хочу служить Богу, я хочу быть полезным сосудом, потому что я слышу шаги Иисуса. Сосуды, и которые уже не ждут, чтобы мы из глубинки пошли туда, они приходят сюда к нам. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе, чудный, славный наш Иисус. Да будешь ты благословен и прославлен. Брат Савелий, если захочет сказать, брат Савелий, не хочет ничего засвидетельствовать о себе.